Echipa iShow i-a pregătit o provocare mai specială Dianei Rotaru, dar până vine ea, Mihaela exersează. Nu e ușor să încalci un armăsar pur sânge, dar mai cu seamă să-l ții în frâu. Согни лошадь направо, левая рука в левой стороне. Короче, рысь. Направо, вольт. Hipismul este considerat sportul aristocraților. Bieții de ei sunt nevoiți să suporte comenzile unui antrenor foarte sever de cele mai multe ori. Поддавай! Поддавай! Вот так! Вот так! Вот так! Смотри вперед! Останавливай! Iată că a venit și protagonista, pregătită de încă un salt în viața sa. Diana, bine ai venit! Terenul nostru de hipism. Trebuie să îmbraci casca aceasta, este pentru securitatea ta. Știu că este o cască de protecție, tu vezi că eu am venit împachetată. Da, ești bravo, te-ai pregătit mi-ai foarte spus, bine. Diana, ia-ți cizmele, ia-ți pantalonii speciali, să-mi pun casca și suntem gata de atac. Da, să mergem. Здравствуйте! Меня зовут Оксана, Оксана Дари. Сегодня я ваш тренер. Расскажу вам маленькую технику безопасности о том, как надо правильно садиться на лошадь и как за короткое время научиться ей управлять. Ну, давайте начнем с того, что сзади к лошади подходить нельзя. Всегда мы к лошади подходим сбоку или обходим ее с головы. Вот. При посадке на лошадь мы должны обязательно подобрать повод, чтобы наша лошадь не рванула вперед, чтобы она все время была у вас под контролем. Data trecută când am fost, am urcat pe acest cal, Ahile se numește și este unul foarte scump. Este un cal foarte blând, foarte ascultător. Bine, depinde și de stăpân. În acest moment sunt stăpâna lui Ahile. Diana, na широкой части ступни, ближе к носочку. Пятка должна быть опущена вниз, носочек привернут по ходу лошади. Спина при этом, вы должны сесть в середину седла. Спина должна быть очень ровная, красивая. Локти согнуты, подбираем повод, вот кулачок ставим сверху. И один, и второй, нет, вот так. Сверху и мизинчик между ними. Вот такое ощущение, что у вас ручки стаканчиками. Очень хорошо. Раз, два, только встала, тут же села. Оп-оп, слишком быстро, слишком подождите. Спокойно, раз, встала, потяни на себя, раз, потяни. Четко, раз, ой, раз, ой, раз, раз, четко, раз, да как, куда быстро, ты че, он еле идет, раз, стала. Calul bun și răbdător trebuie răsplătit cum se cuvine, cel puțin cu un cuvânt bun. Похвалите лошадь, ваша команда сделана. Браво, 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 он даже чувствует, когда его хвалят. Да, да, конечно. Și dacă aveați impresia că partea cea mai grea a trecut, v-ați înșelat. Descălecatul calului nu îi se dă oricui cu una cu două. Ok. Hopa. Opa. Mai încercăm o dată. Еще раз, бросила стремена. Просто веселее, так энергично оттолкнулась. Раз. Молодец. Опа. Молодец, похвалите свою лошадь. Емоции am întotdeauna. Ahile este un băiat bun. Uite cum stă lângă mine. Dulce, dulce de tot. Mi-a plăcut foarte mult. Să vedem ce spune antrenorul. Я скажу так, что она большая молодец, потому что сегодня она выучила даже несколько упражнений, которые учатся после того, как уже научился элементарно ездить. Если она будет ходить, я думаю, что она будет очень хорошим спортсменом и выступать на соревнованиях, и петь, и выступать, и это будет очень интересно.